Зорька – красавка-черемуха. У каждой коровы кличка и номер. Здесь, на ферме в селе Ершова, занимаются мясным и молочным животноводством, а еще выращивают кур и свиней. Идея создания фермерского хозяйства зародилась еще 30 лет назад. С одной коровы мы начали, ну а теперь у нас сегодня на хозяйстве 200 голов у нас. Вот здесь 70 голов у нас, телятник у нас на 36 голов, и у нас еще Шаховской район, там мы тоже купили землю, 135 гектар, ну и ферму восстановили, и там сейчас тоже у нас где-то около 100 голов. Работа на ферме всегда кипит. Сейчас в преддверии зимы заготавливают сено. Для этого есть вся необходимая техника. Кроме того, здесь благодаря биоэнергетической перерабатывающей установке получают удобрения и газ. Хозяйка Ольга Петровна уверена, залог успеха в любви к своему делу. Во всех начинаниях ей помогает ответственный и трудолюбивый коллектив. Теперь наша задача побольше, чтобы объем был больше, вот и мяса, и молока. Ну, сколько сил хватит. Тоже коллектив тоже подобрать не так, как бы, знаете, и доярку надо подобрать. Не так много этих специалистов, трактористов. Ну, у нас есть. У нас и зарплата хорошая, все выплачивается. Ну, вот так, коллектив работает. Коллектив работает, ферма работает. Молочко производим, натуральное молочко. На ферме в селе Ершова производят полезную экологически чистую продукцию. Достижения крестьянско-фермерского хозяйства отметили и на региональном уровне. Ольга победила в номинации «Улучшение экологической ситуации» на примере КФХ. Ну а планы на будущее уже поставлены – увеличивать поголовье и объем производства. Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».